наш коллега Алексей Наумкин, сейчас мы ему дадим для контроля контакт. Ага, ага, кто-то к нам вот подключается. Да, с нами, вижу, что подключается Равин Лазар. Итак, дорогие друзья, хочу предоставить слово для торжественного приветствия посланнику Любавического Рэба, духовному руководителю всего российского еврейства, раввину, главному раввину России, раввину Берлу Лазару для приветственного слова. Пожалуйста, Ходоров. С праздником всем вам! Лаг Баомер Самеах, веселого Лаг Баомера. Каждый праздник имеет особое значение. Каждый праздник дает нам особые силы не только для этого дня, но для всего года. Именно, например, Песах. Ральшу, Нью-Йорк, встречайте. Привет. Всем привет, привет, Мотал, огромное спасибо. Я получаю массу удовольствия между своими занятиями, которые провожу в Нью-Йорке с утра и для своей общины, и другими обязанностями, постоянно подключаюсь и слушаю Bar Yochai Fest. Просто супер, большие молодцы. Но так как я знаю, что я ограничен по времени, а, как известно, евреи любят поговорить, особенно если они раввины, а я все-таки надеюсь, что таким им являюсь. Поэтому я хочу сразу перейти к делу и не хочу быть голословным, а сразу вам на экране показать текст, который я хотел с вами обсудить. Я не буду читать и переводить, хотя на Да, у нас включение от Стены Плача. С нами Довид Куфлик, вот в маске, тут как полагается. Довид, ты слышишь нас? Помаши ручкой или чем-нибудь помаши. Довид слышит нас? Да, я хочу показать. Они... Вот, я а, вот машет Сигур. О, Довид Куфлик у Стены Плача, как замечательно. Смотрите, тут все, видите, с соблюдением всех предосторожностей делается. Тут все очень аккуратно, очень красиво. Люди сидят в таких вот отдельных зонах. А сейчас, шутки в сторону, выходит на сцену очень серьезный, удивительный человек. Исраэль Ауман, Роберт Джон Ауман, является лауреатом Нобелевской премии по экономике, специалистом одновременно по математике, по экономике и по ряду других смежных наук. Роберт Ауман родился в 1930 году, он повидал много. Вот, и сохраняет удивительную бодрость духа и свежесть ума. Мы не будем мешать вам переводом последовательным или параллельным непосредственно во время выступления профессора Аумана. Он будет говорить по-английски, чтобы большинство аудитории было понятно. Вот, а после этого я возьму немного времени, чтобы перевести его выступление для всех, которое я буду старательно конспектировать. So, dear Professor Ауман, we are so, so glad and excited to have you. And please, the time is yours. Well, thank you very much. I'm glad to be here. We know that, let me remind you that what Lag BaOmer is all about, during the period between Pesach and... Берл, скажи нам, пожалуйста, как там дела? И снова всем здравствуйте. Мы готовы. Сейчас мы сделаем два блюда, которые мы собирались сделать изначально. Это сабих и это шварма, которая уже готова. Вы можете увидеть ее вот так. Я ее подниму на руке и покажу вам. Вот такая вот красота у нас получилась. И среди своих точек онлайн/donate 18-я часть причитается жуку. Спасибо. С нами кухня. С нами кухня. Пожалуйста, подключите нам шеф-повара нашего ивента Рава Берла Копылова. Берл, ты в эфире, мы тебя видим. Мы тебя сейчас, я думаю, услышим. Вот это Берл, это наша кухня среди своих, суперкошерная, полностью готовая к тому, чтобы нам готовить вместе. Пожалуйста, Берл. Привет. Вы знаете то, что Израиль — это праздник, когда мы делаем шашлыки, когда мы делаем алеэшет, называется в Израиле, на огне. Старте у нас в городе Пушкино. Илья Сайтанов, который был у вас на экранах, не только исполнитель, но и исследователь музыки, архивист. Обязательно оставайтесь с ним на связи. Я смотрю, мы в городе Пушкино, да? Рэб Рувен, приветствую вас.
Роб Модл, я вас тоже приветствую, приветствую всех замечательных людей, спикеров, музыкантов и поваров, которых я получил большое удовольствие сейчас лицезреть. Для меня большая честь быть с вами и большое наслаждение было слушать всех предшественников. Netflix. Покажите нам, пожалуйста, Кристиана Давида. Hi, Christian. Hi, I'm Motl and everybody. I won't talk much because I'm going to play two Meron Nigunim, okay? You can dance. Спасибо большое. Это был Раф Яков Савинский. Найдите его в Инстаграме, найдите его в Фейсбуке. Получите удовольствие от общения с ним, один из ведущих сегодня молодых русскоязычных преподавателей Торы. А теперь мы отправляемся в Шотландию. И это будет, я надеюсь, одно из очень запоминающихся событий сегодняшнего и так запоминающегося вечера. Майкл Альперт, мультиинструменталист, полиглот, интерпретатор еврейской музыки, один из ведущих преподавателей и исследователей еврейской музыки, начиная с 70-х годов. Находится сейчас у себя дома в Шотландии. Да, именно так он выглядит. Да, Ревнейш, хай. Находится сейчас у себя дома в Шотландии на карантине и находится в полной готовности спеть для вас удивительную, потрясающе красивую песню, которая есть на нашем сайте, есть в буклете нашего семинара. Ждите, давайте сначала посмотрим, что происходит у стены плача. Там Довид Куфлик, смотрите-ка, там стемнело. Довид, привет, как дела? Что изменилось у стены? Удалось ли тебе прочесть все имена? Часов. Для меня это такое впервые. Я очень благодарен и успел и поучиться, и послушать замечательную музыку, и узнать что-то из мира науки. Благодарен за приглашение и возможность помочь. Спасибо большое. Это был Довид Куфлик, наш человек у стены. Когда вы приезжаете в Израиль, спасибо, Довид. Когда вы приезжаете в Израиль, когда вы оказываетесь у стены плача, ищите там этого приветливого человека в шляпе. Он с удовольствием поможет вам во всем. И просто скажите ему пароль, что вы виделись с ним на бар Йохай Фест у стены плача. А мне осталось...